для существования России в качестве самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще. Но тем не менее, мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство. Нас правда волнует климат до такой степени? Вот, на мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 кельвинов. Ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в 3000 килограмм на метр квадратный. С проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам.